Здание бывшей начальной школы в лесном городке преображается на глазах. 3 года оно находилось в запустении. 4 августа на объект вышли строители. Продленка бывает не только у школьников, но и у строителей. Работы в здании бывшей начальной школы ведут допоздна, чтобы уложиться в срок. Задачи перед подрядчиком стоят масштабные. Замена всех коммуникаций, ремонт кровли и внутренних помещений, монтаж нового вентилируемого фасада, благоустройство территории. Отдых предусмотрен только лишь для того, чтобы перевести дух. И снова за дело. Монтажные работы на объекте выполнены полностью, кровля полностью, входная группа полностью. Но вот отставание есть по внутренней отделке и по благоустройству. В процессе установка окон. Когда эти работы будут завершены, строители приступят к внутренней отделке помещений. При установке окон можно уже периметр закрывать и заводить туда сети, в первую очередь тепло, воду, и начинать внутреннюю отделку. По плану детский сад в лесном городке откроется до конца года. Он рассчитан на 168 малышей. В перспективе новое дошкольное учреждение и местная школа станут единым образовательным комплексом. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».